мы дома! Нет! Ребята пришли помочь! Давай я позвоню учительнице. Алло, здравствуйте, Мария Ивановна. Здравствуйте. Федя Прокуроров. А посмотрите в журнале, есть ли там мое имя? Вы у нас английский ведете. Что ты хотел? Слышите вы, я вас ненавижу. А почему так много разговариваете? А потому что вы конченый. А что будет? Так попробуй позвонить, я тебе лично удушу. Ой, папа пришел. Да, алло. Да, я вас слышу. А чё? Чё ты чё? Ничего. Ты чё, дурак? Нет. Что? Зачем учительнице звонишь? Всем привет, дорогие друзья. Вот я начинаю... Так, меня человек стреляет сейчас из лука. Вот он. Вот это грифер. Чистой воды грифер. Он уже ко мне... Вот его стрел здесь, он уже ко мне прикопался. А я типа строю дом, понимаете? Я тут такой дом строю. Все хорошо делаю, вот так вот. Я не знаю, что ему от меня надо, но он ко мне идет. Это его дом, видимо. Сейчас будем проверять его на правильность игры. Он меня уже бьет, он меня уже бьет. Че ты встал? Я не буду его бить, я типа не грифер. Че ты? Ты будешь мой раб или убью, пошли в скайп. Сейчас. Я креатив, кстати, видите? Он решил на меня напасть, как на креатива. Go в скайп. А, ну типа... Да хорош меня бить. То есть он решил взять владение креативом. Ой. Так. Стой, не бей, пожалуйста. Какой твой скайп? Какой твой скайп? Да, будем сейчас выходить на связь. Чисто пипка... Пипка... Ну тут я не буду произносить это слово, я не хочу ругаться матом. Но чистой воды гриф. Еще зигзаг 228. Он нам заявляет, то что его ник зигзаг 228. Сейчас позвоню. Да хорош меня бить. Сейчас позвоню. Он меня чуть не убил. Стойте, выпьем. Сейчас убьет меня. Да сейчас ты убьет. Стой. Сейчас, будем звонить, чтобы не убил. Урод, блин. Сейчас. Звоним, кто-то еще прибежал, владелец. Да, привет. Алло, привет. Алло, ты че меня бьешь? Вот владелец. А ты че? Вот владелец прибежал, сейчас смотреть будет. С твоим поведением. Где? Вот он. Он уже исчез, понимаешь? Слышь ты! Ты зачем меня бил сейчас? Из лука стрелял в меня. Зачем? Хочу и бей, стреляй, понял, а? Ну я... А ты зачем? Ты какой... Да не бей, у меня реально жизни нет, погоди. Мне по барабану, ясно? Будешь моим рабом или убью? Подожди. А ну, пошли за мной к тому дому, бегом. Зачем? Пошли. Какому дому-то ты не показал? Раз. Да я иду уже. Вот дом, два. Не убивай, у меня здесь все ресурсы. Два на ниточке. Да какой два на ниточке? Два на иголочке. Да я уже стоять! Здесь. Стоять! Куда рванул? Я не смогу войти. Видишь мой дом, да? Я вижу. Ты будешь моим рабом, будешь мне ресурсы поставлять. Ты понял? А то что? А то. Тебе хана, вещи просрёшь. Подожди, понял? То есть ты грифер? Да, я грифер. Нет, я не грифер. Не, ну ты меня сейчас чуть не убил, зачем? Я сейчас, видишь, тут владелец... Подожди, ты видел, владелец летал? Ты понимаешь, что я могу всех владельцев позвать? Повезло тебе, что я не умею ПВП включать. Ты не умеешь ПВП включать? Стой, пошли покажу тебе кое-что, пойдем. Не надо, я хочу к тебе домой. Не, пошли. Я хочу быть... Я тебе ресурсы дам, честно. Я хочу быть твоим рабом. Да будешь рабом, пошли. А, стой, здесь же ПВП зона, да? Ты типа не можешь меня бить. Да. И что ты мне здесь делаешь? Ну, и что ты сделаешь? Чувак, тебе ж хана сейчас. Да я вижу, да. У тебя здесь ПВП зон, ты меня не можешь здесь убить сам. Ты сам так сделал, понимаешь? Угу. Ну и все. Поэтому, наверное, я сделаю скрины и отправлю пруфы в группу, что ты в меня кидал стрелы, стрелял в меня. И тебя забанят, понимаешь? И весь твой дом пойдет под откос. Ты завис или тебя сбросят со скайпа? Пошли со мной. Не, с тобой не пойду, я хочу к тебе домой. Я тебе дом покажу, да блин. Оп. Короче, у меня там есть... Вышел! Оп! Вышел! А я буду сделать скрины, то что ты меня убиваешь. А я сказал вышел. Не, чё? Стой, у тебя же ПВП здесь была зона. У тебя же зона была ПВП. Хана тебе. Погоди, у тебя же была зона ПВП. А я ее выключил. Я же тебе сказал, что я ее выключу, чел. Твоя территория была зоной ПВП.
Да что ты мне тут чешешь? Прикинь, тут главный играет на спавне. Да мне по барабану, ты что, охренел? Тут главный на спавне ходит, серый. Мне по барабану, ясно? Подожди, у меня там дом был. Да мне по барабану. Вот. А твой дом сейчас, твоего дома сейчас не будет, ему сейчас кранты будет. Вот, все, я сейчас зову владельца, сейчас я пишу. Давай, давай, давай. Владельцы, сейчас. Владельцы, помогите. Чего? Ай, я владелец, я пишу владельцы, чтобы помогли мне. Владельцы, да хватит, пожалуйста. Я, ты понимаешь, что я сейчас буду владельцем жаловаться, тебя найду и убью? Я твой дом разнесу пока, чтоб мне нафиг не нужен тут. Владельцы, такая... помогите, убивают. Иди отсюда, иди отсюда. Я пишу владельцам. Где владелец? Только сейчас здесь недавно был владелец. Все, твой, да, твоему дому хана, я тебе отвечаю. Я владельцы, грифе. Помогите, убивают. Почему меня не слышат владельцы? Что это за... Ну как так? Где владельцы? Ты понимаешь, что тебе конец? Да закрой рот. Не ломай мой дом. Ну, а что будет, а, от тебя? Такого щенка. Все, я пошел тогда твой дом ломать. Только тронь его, понял? Иди сюда. Я сейчас, я буду ломать твой дом. Иди сюда. Мне не помогает владельцы, я буду сам. А, давай, 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 пошли, пошли, пойдем. Да, да, давай. Сейчас, подожди. У тебя же здесь ПВП-зона. А ты думаешь... Смотри, ой. Ты че? Смотри. Как-то пропадают охренел? Вещи, прикинь. Ты охренел? Прикинь. Ты охренел? Смотри, удары пошли. А тут ты главное охренел? Сейчас писать. Владельцы, помогите, убивают. Владельцы... Ты охренел? Я? Я... А почему? Почему ты я охренел? Охренел? Почему я охренел? Ты охренел? Почему? Мой дом трогать, ты охренел? Почему? Слышишь, чувак, иди отсюда вообще. У тебя же он... Да не трогай мой дом! Ты что, не заприватил дом? Стой! Стой, только сейчас же был выключен. На, зараза такая. Стой, на. Я сломаю тебе весь дом. Я тебе тогда весь дом сейчас сломаю, понимаешь? Ты забыл его заприватить, ты дурак. Какой, что ты врёшь? Оп, смотри. Оп! Опа, опа, габар. Всё, да. Всё, ты тебе не вернёшься ко мне. Всё, я жалуюсь админам. Давай, удачи. Всё, я жалуюсь админам. Так. Сейчас они придут. Я застройся, чтоб ты ко мне не зашел. Лох тупой. Да, и застройся. Чё? Владельцы мне не помогают. Я писал, помогите, владельцы. Ха-ха. Ладно, меня никто не... Кто там? Ой, показалось. Сейчас, подожди, чё? Знаешь, есть одна идея. Есть одна идея у меня. Сейчас, подожди. Сейчас сюда сбегутся. Закрыться, чел. Сейчас сюда сбегутся все ребята. Дикитай! Ага, удачи. Ой, сейчас все придут. Грифер, чувак, ты будешь мне это деньги отдавать или нет? Какие деньги? Сейчас, подожди. Сейчас. Ты зашел в мой дом, это частная территория. 100 тысяч давай. Да? Да. Сейчас, подожди. Сейчас я пишу админам. Сейчас я отойду на минуточку. Какую минуту? Попробуй кого-то сюда привезти. А что ты делаешь? Я ничего. А что ты делаешь? Я в доме у себя. Да? Все, я написал админам. Удачки, удачки. О, варп-грифер, что за варп? Не знаю, попробуй телепортнись на варп-грифер. Да, видишь, в консоли что-то пишут, ребята, варп-грифер. Чё? Чё это такое? Что кто такое? Кто это здесь? Что такое? Что происходит? Чё? Кто мы? А, кто? Кто? Да? Как? Что происходит? Ты чё, охренел? Смотри, ребята пришли помочь. Нет, нет! Ребята пришли помочь. Они мой дом сломал. Они откликнулись на мою помощь. Чё, обалдел что ли, я не понял. Они откликнулись на мою помощь. Все на варп грифер. Ребята, тут гриф. Нет, нет. Да блин, ну я его долго строил. Все на варп грифер. Как, чё, какой ютуб? Подожди. Какой ютуб? Ты чё, меня снимаешь? Я тебя не снимаю. Может, тебя кто-то снимает, но я не снимаю. Ты меня... Подожди, а чё пишут при этом? Я не знаю, чё тут... Мало ли здесь играет ютуберов. Я здесь... Слышишь, пишу. Ты? Я знаю, что... Подожди. Тебя как зовут? Меня Витя зовут. Витя. Где-то я уже слышала. Ну, наверное, что? Я уже с тобой разобрался. Я тебя, наверное, скину со скайпа, ты... Не-не-не-не-не-не-не-не. Попробуй только меня забанить, ещё, понял? А что мне с тобой сделать? Не бань меня, понял? Я пошел на спавн, вещи сложу. Нет, фу, конечно, я тебя не буду банить, потому что... А как ты у них-то был? Я хочу просто сказать, чтобы тебя не трогали. Не важно. Да? Ну ладно, не важно к него. Ой! Прикинь, чё? Написано, консоль забанила. Чё? Ты чё, охренела? Написано, консоль забанила какую-то пипку. Не твой ник пипка, случайно? Не, да.
Не да? Да. Ну, все, видимо, тебя забанили за гриферство. А если я попрошу меня разбанить, давай я за разбан что-нибудь сделаю. Ты за разбан что-нибудь сделаешь? Да. Например, я могу, чтобы такое... Давай я позвоню учительнице. А не я тебя банил. А я знаю, что это не ты. Но ты все равно попросишь разбанить, чтобы меня. Давай я училке позвоню. Зачем ты учительница? Ты сказал! А зачем? Ты мне что хочешь доказать? Чтобы ты меня разбанил. Чтоб ты звонить умеешь? Так если не я тебя банил. Ты что, разбанил? Или тебе. Или тебя по IP да найдут, тебе выражут все. А, ты угрожаешь мне, убить меня хочешь? Да, угрожаю. А и кому ты звонить собрался? Ну звони. Учитель? Я не знаю, зачем. Окей, давай. Ща. Не, ну вообще охренел, а. А при чем здесь учительница вообще? Она виновата в чем? Слушай, ты бы видел свой дом, господи. Ты у учительницы попросишь прощения, что ты грифер? Нет. Почему? Как зовут учительницу? Ты звонишь? Мария Ивановна. Алло, здравствуйте, Мария Ивановна. Здравствуйте. А кто это? А это Федя Прокуроров. А посмотрите в журнале, есть ли там мое имя? Вы должны помнить мне. Вы у нас английский ведете. Да, хорошо, погляжу. Что ты хотел? Слышите вы, я вас ненавижу. А почему так много говорю? А потому что вы конченый. Ага, давайте, удачи. Что такое за А что такое? Что вы мне сделаете? А чё будет? Ага, давай, пока, удачи. Так попробуй позвонить, я тебя лично удушу. Ты дурак, что ли? Нет, не дурак. Ты чё сделал вообще, дурак? А чё я сделал? Она меня бесит, я её бесю. Похрен. Ты больной. Не зря твой дом сломали. Ты что, зачем ты? Какая разница, что я больной? Ты что? Ты же меня разбанишь, надеюсь? Конечно, тебя разбанят, конечно. Сейчас только подожду, когда твой дом здесь починит обратно. Да. Жду. Я сейчас приду, я пойду это. Ну, сейчас. Давай. Упс, моя учительница позвонила. Алло, что тебе надо? Какой папа, какой мама? У меня дома никого нету. Ой, папа пришел. Кого? Да что, надо? Да, алло. Алло, здравствуйте. Это просто руководитель вашего автомобиля. Да, я вас слушаю. Мария Ивановна, почему-то у вас сейчас какой-то грубо разговаривает. Когда? Да когда ей показалось? Так, оно тихо. Да вам показалось. Так, а ну тихо. Сейчас я погоню. Хорошо, до свидания. Чего? Чего? А чего? А, я не пойму. А чё? Чё ты чё? Ничего. Ты чё, дурак? Нет. Что? Зачем учительница звонит с моего номера? А какая разница? Вот подлюка она. Да. Нет. Нет. Компьютера лишаю. Нет. Ладно, чё, пока. Меня папа прогоняет. Пока. Пока. Так, скайп. Я сейчас в шоке от происходящего. Я просто в шоке. Я не знаю, ребят, что сказать. Просто ставьте лайки. Это очень классный выпуск. Ставьте лайки. Всех ждем на сервере. IP в описании ролика. Первым 400 человекам дадим админку. Всех ждем. Ребят, IP в описании. Заходите. Я не знаю, просто ставьте лайки. Больше мне нечего сказать. Всем пока. Вот что осталось от дома грифера. Это весь его дом, а вспомните, какой он был. Всем пока, ребят. Всем пока.